Привет, друзья, это я с Тасюткой. Капец, снегу наловила, да, за два дня. Просто невозможно. Каша сплошная, идти невозможно. Трактора стоят. Трактор стоит, кстати, видимо, устал. Не справляются. Вроде остановился снег, но все равно такое. Мы взялись все свои приставки. PSP, Vita, PlayStation, 3, 4, Xbox. Порядок приводить. На больших приставках джойстики не работают. На маленьких вот этих вот PSP у них зарядки полетели. Сейчас вот в поисках зарядных устройств. Всю технику хотим привести в порядок, чтобы на Новый год было чем заняться. Нету нигде зарядок от приставок этих вот. Там сложно очень подобрать. Будем заказывать. Да. Но заказывать идем на риск, конечно. Не факт, что будет работать и подойдет. Ну а что делать, если просто не у PSP есть очень много разных версий. Как PlayStation. Есть PlayStation 4, есть PlayStation 7. Ну да, я просто сумку убрала. Показать эту дырочку. Такая круглая. Сейчас все же зарядки такие. Подобрать сложно. Значит, будем заказывать. Ну что я потеряю? 250 рублей, если не подойдет. Но будем надеяться, что подойдет. Пойдем там дорогу перейдем. Сейчас мы... Нет, туда дальше. А сейчас мы идем в паровозик. Нам поставили. Я говорила, что заказывала попку для Xbox. Ну вот куда? Отсек для батареек. Не попка. Вот, и мы проверили, мы купили хорошие батарейки, Duracell, вставили, пошло. А на второй джойстик попки нет. Нет, на второй сначала не подошло, потом мы там починили его, он заработал. Да, поэтому нам вот вторую попку заказали, отсек. Теперь, если сейчас заберем, все будет нормально, то два джойстика и звук у нас в целом будет рабочий. Да. Останется PlayStation 3, он полностью рабочий, там тоже проблемы с джойстиками. Но первый там... работает, он заряжается, все. Да, но там уже ремонту не подлежит. Там, знаете, как ремонтировать, дешевле новый купить. Вот это... Почему там... поменять вот этот вот кабель, который очень легко найти? Что этот кабель 1000, что добавить 200 рублей новый джойстик. Оригинал, конечно, мы уже вряд ли купим. Блин, я не могу, столько снега. Будем думать. И останутся у нас на Nintendo. Мы вроде все купили. Стекло там защитное, все просто кстати, решили. Надо его повесить. А да, решили всю технику, вот эту игровую привести в порядок. А, играть, да и так в целом, чтобы рабочее все было. А то как-то у нас что-то не порядок с этим делом. Холодно, но не критично. Но холодно. Но снега много. И каша какая-то непонятная под ногами. Я рубрику снова, да, про игры. И у меня вышла первая часть. Мы вчера с Танькой по очереди играли в Бантен. Вот это странная машина. Прошел мимо машину, руки от нее вытер. Ну ладно. Не будем. Заострять внимание. Устали. Тяжело идти, когда... Под ногами каша и вот это все. Такое себе. О, нашел себе развлечение. Снежочек поиграть, снежочек. Скучно же идти. Снежочек пошвырять. Да, Зай? Да. Я домой приду, покажу приставку. И PC. Даня, машина. Заигрался в снежок. Заигрался. Заберем, я покажу этот отсек для джойстика. Так выглядит эта попка. Парень попка. Ну да. Я не знаю, видели вы что или нет.
домой придем и Дасютка подключит, покажем. Но я думаю, что мы у того же продавца заказали, поэтому должно работать. Батарейки у нас хорошие есть. Я 4 штуки специально брала на проверку. Да. Так что... Надо будет потом купить от Duracell огромную пачку их батареек. А, да, там, по-моему, 12 штук, что ли. Их надолго хватает, они качественные. Чем вот я все время говорю, сэкономишь, купишь дешевый каким-нибудь типа Космос. Все. Они на часы-то и то на месяц хватает. Из-за этого всегда лучше переплатить на что-то дорогое, чем покупать дешевое много раз. В принципе, да, он прав, потому что мы так обжигались уже много раз, когда пытались сэкономить, покупаем подешевле, а в итоге все равно приходится покупать что-то качественное. Ну, вот те же батарейки, например, да? Так что домой придем, да, все-таки будешь выставлять? И как раз заодно и проверим, и я покажу. Это вот. Главное, что теперь два жестика, если работает, то с Xbox все остается PlayStation. Жестики. И заряд. Ну, буду заказывать. Сейчас приду, буду заказывать. Ничего не делать. Ну да. Бегать как по всей Москве. Повезло, что нам первый жестик от PlayStation получилось установить. Да. Ну, Данька, он очень, ну, даже не по возрасту, хорошо разбирается в технике. На удивление. Даже где-то... Троллер. Даже если он... Он не только в приставках, вот он иногда, ну да, на удивление, лучше, чем я, Тёмка, хотя мы в технике. Да, даже папа. Более-менее, да, Данька нет, тут... Даже нами Чебурашка ошибается. Да. Иногда даже с ним начинаем спорить, что нет, а в итоге оказывается, что он все равно был прав. Какие-то, ну, всякие... YouTube, он же тоже меня подсадил. Типа, давай. И вот эти игры, которые Бентен и Слайм Ранчер у меня были, все я выкладывал, это он мне все снимает. То есть я играю, потом мы с ним там или меняемся, он снимает на телефон, как-то все это там делает. Нет. Скидывает мне. Он снимает. Короче, там целое. Не, ну там легко. Ну для него да, он как-то шлёп все. А я мне как показал, я в первый раз уже и забыла, что куда там нажимать надо. Нет. Видимо, дано. Или поколение. Как ваше поколение называется? Новое это ваше. Я не знаю. Вундеркиндеры. Нет. Не ходи по стеклу. В общем, будем думать. Сейчас забежим, возьмем огурцы и песок. У меня рука уже онемела. Телефон держать без перчатки, уже тяжело. И холодно. И надо уже к школе готовиться завтра. Да, Сютка в школу идет пока пару дней, потом опять ходить не будет. Мы едем к врачу, а Тошка на больничном. Ну, к школе надо все подготовить. Рюкзак и бумажку, все дела. Ну, все как обычно. Чтоб все было и в порядке. Ладно, друзья мои. Всех обнимаю, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Вкусненько? Да.